Кропивницком протестовали фермеры. Повод – рейдерский захват сельхозпредприятия в селе Бережинка. Напомню, два дня назад противостояние собственников закончилось перестрелкой. Почему бездействуют силовики? Подробнее наш корреспондент Елена Брынза. Центр Кропивницкого, 10 утра. На митинг съехалось несколько сотен фермеров. Точкой кипения стали события в Бережинке. Напомним, два дня тому конфликт между старым и новым владельцами сельхозпредприятия закончился перестрелкой из охотничьих карабинов. Результат – трое раненых. Шестерых охранников задержала полиция. Открыли производство по статье хулиганства. Фермеров такие меры не успокоили. Люди, которые хлеборобы по житті, они чувствуют себя в чем-то заручниками. Ситуация. Я не скажу, какая правота там чи там, але рейдерские захоплення – это в нас уже стандарт. Участники сегодняшнего митинга требуют привлечь к ответственности чиновников, правоохранителей и нотариусов, замешанных в рейдерских схемах, а также лишить лицензии охранные фирмы, участвующие в захватах. На сегодня каждый нотариус имеет доступ до державного реестра. Какое право он имеет вносить в установочные документы изменения без власника? Это все, ну, как говорится, они співучастники этого злочину, они не несут никакой ответственности. Резолюцию с требованиями фермеры хотели отдать лично в руки губернатору области Сергею Кузьменко, но его на месте не оказалось. Петицию передали секретарю. Фермеры предупредили, если рейдерские захваты не остановят, организуют всеукраинскую акцию протеста. Только за прошлый год, по данным Ассоциации фермеров, рейдеры захватили более 7 тысяч сельхозпредприятий. И Кировоградская область лидер в этом антирейтинге. А вот статистики о раскрытых делах у правоохранителей нет. Видимо, хвастаться нечем. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий.